Сегодня по площади Победы строем прошли 200 воспитанников патриотических объединений Северодвинска. Ребята два раза в неделю готовятся к параду Победы. Уже 6 числа им придется промаршировать по главной площади города вместе с 300 военных Беломорской базы. 9 мая вместе с гарнизоном Беломорской военно-морской базы по площади Победы маршем пройдут воспитанники патриотических организаций города, школьники и учащиеся ПУ. В ближайшие недели ребята будут готовиться к двухминутному маршу перед зрителями и ветеранами. Пока колонной из 200 человек управляют преподаватели. Ну, в общем-то, уровень, скажем так, нужно работать с ними. Вот, поэтому начинаем за месяц подготовку, чтобы, в общем-то, более-менее привести это в божеский вид. Ребятам предстоит два раза в неделю заниматься строевой подготовкой вплоть до 6 мая. В этот день к тренировке присоединятся военные. Богдан будет участвовать в параде 9 мая уже в третий раз и говорит, что главное – уверенность командира отделения. Я думаю, самое главное – концентрация. Если люди сконцентрированы и ответственность, мы отдаем честь нашим ветеранам, которых осталось, к сожалению, немного, чтобы доставить им хоть какую-то радость. Стоит отметить, что в администрацию города уже пришло письмо, подписанное первым заместителем министра обороны с подтверждением, что в торжественном параде примут участие 300 человек личного состава войск Северодвинского гарнизона.